Добрый вечер. Продолжим сказку. Песня-сказка про джина. У вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезло, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ведь если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим щеткам отношусь очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом прослушалось пение заунывное. И видение оказалось грубым мужиком. Ведь если я чего решил, я выпью обязательно. Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами, а тут вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил: товарищ Ибан, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпью обязательно, но к этим шуткам отношусь очень отрицательно. Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. За свободу, за мою, заходите, ежели вы, и забью за вас любого, можно даже двух. Тут я понял, этот джин, он ведь может многое, он ведь может мне сказать, раз, озолочу. Ваше предложение, говорю, убогое, морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса, по такому случаю, до небес дворец хочу, ты на то и без. А он мне: мы таким делам и вовсе не обучены, кроме мордобития никаких чудес. Врешь лечу, шаришь лечу, да и духом амбицию стукну раз, специалист, видно по нему. Я, конечно, побежал, позвонил в милицию, убивают, говорю, прямо на дому. Тут они подъехали, показали аспиду, сопротив милиции он ничего не смог. Выбили болезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный бронур. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке? Лучше уж в бутылке посидеть. Ну, а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.